Это улица Йомас. Там строится православный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Он строится на месте взорванного, снесенного храма, который снесли во время правления Хрущева. Ну вот, сейчас восстанавливают. Пройдусь вот по этой тихой улочке на Йомас. Слишком много народу. Как-то неудобно мне снимать. У меня еще комплексы. Неудобства. Снимание людей. Здесь тоже есть, ну, что посмотреть на этих маленьких улочках. Вот это деревянное здание. Это апартменты отеля Семара. Довольно дорогой отель в Риге есть. Семара отель. Также в Лелупе есть Семара отель. Спа. Очень хороший отель с прекрасным бассейном и комплексом спа. Это вот у них здесь апартменты. Очень атмосферненько. Мне нравится. Тишина. Птички поют. А вот на море сильный ветер. Выходила к морю. Там что-то телефон не сдуло у меня из рук. Вот Юрмала этим-то и славится. Разными микроклиматами, можно так выразиться. В городе будет одна погода, а на пляже может быть совсем другая. Иногда в городе сильнейший ветер, выходишь на пляж, а там тишина. Но чаще, конечно, бывает наоборот. Ой, какая красивая беседка. Ажурная, стеклянная. Не видела ее раньше. Тоже какой-то отель. И тоже деревянные дома. Вот тоже игрушечный домик. Красота неописуемая. Так, листья шуршат. Очень здорово. А вот какой красавец дом. По-моему, уже давненько отреставрирован. Немножко краски поблекли.
Не видно. Плохо видно. Старинные почтовые ящики. Интересно. Наверное, они уже никому не нужны. Хотя, трудно сказать. Но выглядят заброшенными. Вот такая Юрмальская улочка осенью.